Всем привет! Меня зовут Максим, и вы на канале Паркет Про Макс. Сегодня мы будем заливать самовыравнивающуюся смесь от компании Мопей. Поехали! Итак, порой строители спрашивают, как подготовить основание под укладку паркета. И у меня само собой напрашивается логичный вопрос. А если вы не знаете, как подготовить основание, так может тогда и не стоит браться? Раньше заливка цементных оснований считалась общестроительными работами. В первую очередь и для меня. Для многих, я думаю, по-прежнему являются общестроительными. Но сталкиваясь раз за разом с некачественной подготовкой основания, мы решили взять этот вопрос под свой контроль. Казалось бы, все просто и понятно, как дважды два. Основание должно быть прочным, ровным и сухим. В последнем случае влажность можно проверить прибором и понять, пригодно ли основание для укладки деревянных покрытий. Если влажность превышает 2-3%, тут нужно либо немного подождать, либо использовать необходимые грунтовки. Для того, чтобы удовлетворить два других требования, это ровность и прочность, необходимо качественно подготовить основание. Перед тем, как приступить к заливке, нам необходимо очистить поверхность от различных загрязнений. Ну что, друзья, основание очищено, загрунтованное. Мы установили рэперные маячки. Вот так вот они выглядят. А здесь уже маячки обрезаны под необходимый нам уровень. Переходим непосредственно к самой заливке. Для выравнивания полов мы будем использовать смесь от компании Мопей Ультраплан Эко 20. На одном из объектов мы уже использовали данный состав. В прошлый раз нам необходимо было 55 метров залить и настелить паркет в течение 5 дней. Ссылочку я прикрепляю здесь. Посмотрите, это будет вам интересно. Итак, ребят, прошло 2 дня, мы вернулись на объект для того, чтобы принять работу самим у себя. Давайте пройдемся и посмотрим, что же у нас получилось. Пройдемся по всей площади, по периметру. Обычно бывает у мастеров какие-то наплывы, да, связанные с неправильной работой. Мы проверяем все, видите, все в нулях. В общем, друзья, с лазерными измерениями все понятно, результаты не могут не радовать, отклонение на 5 погонных метров не более чем 1 мм, это круто. Итак, ребят, вы все видели своими глазами, работа выполнена, результат отличный,
Если у кого остались вопросы, пишите их в комментариях. Если остались сомнения, приходите к нам на объект и убедитесь в результате лично. До новых встреч. Пока.